Домашний мармелад из ягод станет удачной альтернативой фабричным сладостям. Ингредиенты полезные и мармелад очень вкусный. Такой мармелад можно смело добавлять в детское меню. Домашний мармелад можно приготовить на основе желатина или агар-агара. Предлагаю рецепт мармелада с желатином, который приготовим в фигурных формочках, на 500 мл. Жидкой ягодной массы понадобится 20 грамм желатина. Это немного больше, чем для стандартного желе. Из данного количества ингредиентов получается около 30 мармеладок. Клубника 300 грамм, сахар 4 столовые ложки, желатин 20 грамм, вода 150 мл. Количество порций 16. Подготовим ингредиенты. Клубнику чистим, засыпаем сахаром и перемалываем блендером. В кастрюлю наливаем воду и добавляем желатин. Непрерывно помешивая, нагреваем на малом огне. Когда желатин полностью растворился, выливаем в кастрюлю клубничное пюре, перемешиваем и убираем с огня. Получается 500 мл. Ягодного пюре с водой и желатином. Наполняем силиконовые формы. Мармелад отправляем в холодильник на 30-45 минут. Когда мармелад застынет, извлекаем его из формочек и перекладываем на плоскую тарелку. Дополнить мармелад можно листочками мяты. Угощайтесь!